Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В зонах прилета аэропортов Краснодара и Сочи появятся дьюти-фри. Минфин предложил сделать это в 43 российских аэропортах. Как защитить права собственников, если исчезли почти все документы? Депутат Госдумы Константин Затулин взялся решить этот вопрос для сочинских дачников. Шефы сочинских школ вложили в ремонт учреждений почти 30 миллионов рублей. Сегодня все работы завершены. В Сочи состоится Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд. Россию представит Ярославский «Локо». Вениамин Кондратьев потребовал ужесточить контроль за экстремальными видами туризма. Об этом глава региона заявил на заседании комиссии по предупреждению ЧС. Совещание губернатор провел в Сочи. На видеосвязь вышли руководители всех районов края. Накануне в Геленджике прогулочный джип с туристами сорвался во враг. Есть пострадавшие, в их числе и дети. Летом этого года на Кубани приняли закон, который регулирует организацию автотуризма на маршрутах повышенной опасности. Вениамин Кондратьев поручил усилить контроль за исполнением всех требований. В Краснодарском крае четкие и жесткие правила, регулирующие рынок предоставления экстремальных услуг. Закон регулирует требования и к водителям, и к автотранспорту, и к маршрутам, по которым возят туристов. Любой вид, в том числе услуг, курортных, экстремальных услуг, они должны способствовать тому, чтобы популяризация того или иного курортного города, конечно, только росла. И за безопасность и здоровье отвечаем мы, коллеги, все, кто сегодня в этом зале и кто находится в студиях муниципальных образований. Еще одной темой заседания стала противопожарная безопасность. Из-за высокой температуры возрастает угроза возгораний. Самая неблагоприятная обстановка с природными пожарами сложилась в Темрюкском, Северском, Калининском и Выселковском районах. В Анапе за один день выгорело 4000 квадратных метров полей. По поручению главы региона ведется постоянный мониторинг ситуации. В режиме повышенной готовности все ответственные службы края. Эксперты определили, какие курорты пользуются самой большой популярностью среди россиян при бронировании сентябрьского отдыха в Краснодарском крае. Рейтинг составил сервис Twill.ru. Места в первой тройке распределились следующим образом. Первое место у Сочи, символическое серебро, получила Анапа и бронза у Геленджика. Ейск и Кабардинка разделили четвертую, пятую строчки. Кроме того, в десятке оказались Архипоосиповка, Дивноморская, Голубицкая, Туапсе и Джубга. В зонах прилета аэропортов Краснодара и Сочи появятся дьюти-фри. Минфин Российской Федерации предложил открыть магазины беспошлинной торговли в зонах прилета в 43 российских аэропортах, а также в трех морских портах и одном речном вокзале. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного ведомством. Сейчас магазины дьюти-фри размещаются только в зонах вылета. Постановление может вступить в силу через 30 дней после официальной публикации подписанного документа, сообщает сайт «Авиапорт». Депутатский корпус на каникулах, но это не повод отменять приемы граждан. В рамках региональной недели Константин Затулин встретился с сочинцами. С какими вопросами обратились к депутату горожане на этот раз и какие задачи предстоит решить во время отпуска? Об этом в нашем следующем сюжете. Около 190 участков, и только на 40 из них могут по закону претендовать сочинцы. Речь о садоводческом товариществе «Курортник-2». 10 гектаров земли распределили между гражданами в 90-х годах. Кому и сколько, отразили в списке. Это чуть ли не единственный документ, утверждающий в правах собственников. Однако в архиве большая часть страниц оказалась утеряна. Объединение пансионата «Адлер» в этом городке, «Миленин» был. Значит, он выдавал земли, даже частично документы старого образца имеют. И вот суд отказывает, ответчиком будет его свидетельство. История, как и многие другие, запутанная, но решение нашлось. Членам садоводческого товарищества депутат предложил заказать проект развития территории. Это позволит по новой распределить земли и получить необходимые документы. С просьбами помочь Константину Затулину обращаются не только жители Сочи, Апшеронска и Белореченска. Людмила Гончарова приехала на прием из Жуковского. Я обратилась к Константину Федоровичу с вопросом о помощи моему брату родному, который уже находится на пенсии, ему 70 лет, и он воспитывает 1-2 детей 7-летних.
И я попросила его помочь, чтобы дети, так сказать, получили достойное образование и были достойными людьми нашей страны. Достойное образование в кадетском корпусе стороны договорились детально обсудить в столице. Рассмотреть в ближайшее время Константин Затулин намерен и проект этнографического комплекса, который будет посвящен культуре грузинского народа. С предложением создать его в селе Пластунка выступил сочинский активист. Это большая, конечно, такая задача, потому что нигде не лежат деньги, которые ждут этого. Нужно сплотить вокруг этого грузинскую общину и так далее. Но мне удивительно то, что он приходит по этим вопросам. Что касается представителей общины, они как-то до сих пор скромничали и по этому поводу никогда ко мне не обращались. Но надеюсь, что вот этот случай поможет. В планах у Константина Затулина и решение общенациональных вопросов. Вскоре депутатские каникулы прервут парламентские слушания, на которых перед вторым чтением обсудят во многом противоречивую пенсионную реформу. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Депутаты предложили регистрировать сегвеи и гироскутеры. Сейчас использование таких транспортных средств не регулируется, при этом они активно участвуют в дорожном движении. Ввести регистрацию личного электротранспорта, а также дополнить правила дорожного движения пунктами, которые будут регулировать поведение их владельцев, предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Свою инициативу политик мотивировал тем, что такой транспорт может развивать большую скорость и имеет сложное устройство. Обращение направлено начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Чернякову, сообщают РИА Новости. Напомню, что депутаты не в первый раз просят приравнять сегвеи к транспортным средствам. Еще в прошлом году в Госдуме указывали, что некорректно назвать пешеходами тех, кто передвигается по тротуарам на таких устройствах, скорость которых может достигать 25 км в час. Впрочем, тогда в ГИБДД с этим мнением не согласились. В ответ инспекторы напомнили, что с точки зрения правил, лица, использующие роликовые коньки и самокаты, а к ним могут быть отнесены в частности и сегвеи, являются пешеходами. Время для молодых талантов. Форум «Регион-93» завершает сезон. Участников последней в этом году смены посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В неформальной обстановке глава региона пообщался с будущими политиками. Именно такое направление нынешней смены. Наши краснодарские коллеги расскажут, как на региональном форуме решали вопросы о трудоустройстве. Сами разводим огонь, котелки. Если честно, я первый раз. Для меня это все новое. Вот. Ну, как-то выкручиваемся. Спартанские условия, свежий воздух и отсутствие интернета. Это именно тепличная обстановка, чтобы вырастить талантливую молодежь. Так живут на форуме «Регион-93». 400 парней и девушек со всех уголков Кубани приехали на последнюю в этом году смену. Конец смены, мы начинаем узнавать друг друга, здороваться. Даже по именам все 400 человек стали одной большой семьей. Участники – юноши и девушки от 18 до 29 лет. Подходящий возраст, чтобы познакомиться с бюрократией. На территории форума развернулось 22 министерства. Есть отряды, которые отвечают за сельское хозяйство, промышленность, казачество. Импровизированные ведомства полностью дублируют функции настоящих. Здесь даже собрали свое правительство. Это штаб, где организуют работу всех структур. О том, как это работает, участники форума рассказывают губернатору края. Вениамину Кондратьеву показывают, как устроен быт форумчан. Песня у костра, полевая кухня. Все по расписанию. После все собрались на лобном месте, центральной площади региона 93. И здесь не место протокольным интервью. Самые откровенные и недетские вопросы интересуют участников смены. От трудоустройства волонтеров до поддержки молодых деятелей науки. Сегодня поддержка ученых в основном носит грантовый характер. Скажите, пожалуйста, планируется ли увеличение финансирования со стороны администрации Краснодарского края молодых ученых в виде грантов? Я абсолютно согласен, что это возможность дальше заниматься наукой, дальше создавать, что-то открывать новое. И нам здесь важно вот таких ребят не потерять. Вот поэтому грантовая поддержка, она не то, что безусловно, сейчас мы ее пересматриваем, и она будет увеличена. И специально у нас как бы разрабатывается программа. Я уверен, что здесь депутатский корпус нас поддержит. Нам нужно тех ребят, которые завтра будут создавать, по большому счету, и экономику, и жизнь региона, а может быть всей страны, необходимо поддержать. Поддержать мы можем только грантом. И сегодня это стратегическая задача в области образования – поддержать талантливую молодежь, которая завтра, друзья, и будет делать нашу жизнь. В регионе впервые проведут конкурс на выделение грантов ученым, возраст которых еще не достиг 35 лет. Краевые власти сосредоточены на поддержке фундаментальных исследований. Раньше средства на разработку и внедрение научных проектов выделялись без учета возраста.
Из года в год суммы, выделяемые на развитие направления, растут в разы. С 18 миллионов в 2015 году до 50 миллионов в следующем. Выращенные кадры уже рвутся в бой, поэтому на форуме уже звучат вопросы о трудоустройстве. Уж очень понравилось некоторым участникам играть в политику. Нынешняя смена под названием «Время молодых» дает отличную платформу для будущих свершений. У нас к вам даже не вопрос, а такое предложение. Возможно ли вынести данную идею на краевой уровень? То есть закрепить людей за министерствами, людей, молодежь, закрепить за министерствами, за министрами для последующего их выдвижения на кандидаты на высокие должности министров? Ну, ты знаешь, как бы закрепить-то можно. А вот высокую должность занять – это не совсем просто. Во-первых, нужно иметь опыт, иметь, на самом деле, четкое понимание, что ты будешь делать, находясь на этой высокой должности. А это складывается, этот опыт и понимание из жизненного пути. Молодость, я максимально поддерживаю молодость, и та молодежь, которая сегодня стремится и активно двигается, я готов открыть двери и министерств, и ведомств администрации края для этой молодежи, но не точно уж на должность министров сразу, а хотя бы в те отделы, прикладные отделы, и там попытайтесь сделать свой старт. Вот при таком подходе я готов с вами максимально сотрудничать и образовать резервы, кадровые резервы у каждого министерства и ведомства регионального. И по большому счету те ребята, которые здесь приобрели навык и, может, по каким-то там критериям, явно мы должны их ввести, они могут претендовать на изначально должности в том или ином министерстве, ведомстве, комитете профильном, какой вы выберете. Ну а если уже в жизни получится, если достигнете определенных профессиональных высот, именно тогда и, конечно, и кресло министра. Кадровый вопрос в регионе стоит остро. Для реализации любого проекта нужны грамотные специалисты, отмечает Вениамин Кондратьев. Тем более, когда речь идет о необходимости серьезного экономического рывка. И в крае удалось создать систему поддержки начинающих предпринимателей. Тем, кто захочет занять высокий пост или открыть свой бизнес, распахнуты двери коворкинг-центра. Там подскажут, в каком направлении двигаться. Плюс к тому, региональные фонды готовы предоставить субсидии на условиях, которых не предложит ни один банк. Власти хотят инвестировать в молодежь, в их будущее. Больше полутора часов участники форума и губернатор обсуждали приоритетные задачи региона. Так что молодых людей даже заинтересовало, как Вениамину Кондратьеву удается успевать и быть в курсе дел каждой отрасли. Не могли бы вы нам раскрыть небольшой секрет, как у вас получается совмещать решение таких больших, ну, большое количество вопросов вы решаете, и еще же есть семейная жизнь? Ну, не хочу обманывать, это очень сложно совмещать. Я вот недавно приехал, дочка в кресле заснула. Очень ждали, что папа сказал, 100% приедет, а не было до этого дня. А сын на диване заснул. И все, что я сделал, я дочку унес в одну комнату спать, а сына уже тяжеловатенький, ну, как бы его разбудил, и в другую комнату. Вот и все общение. А утром нужно было папе снова рано уехать. Друзья, в этом-то и тоже смысл. Те, кто стремится какой-то активной жизненной позиции, реализованной в какую-то должность. Вы должны сразу понять, что вы должны будете жертвовать семьей, жертвовать личным временем, жертвовать общением с детьми. Поэтому не хочу обманывать, нету совмещения. Есть просто моменты, когда можно побыть с семьей. После разговора по душам форумчане еще долго не отпускали губернатора. Традиционное фото на память и вопросы о будущем Кубани. Естественно, не обошлось и без угощений. В шатрах на свежем воздухе каша кажется еще вкусней. Уже послезавтра участники форума разъедутся по родным районам. И практически все говорят о том, что эмоций и энтузиазма уж точно хватит до следующей смены. Инна Чайка, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Северский район. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. «16 августа в Сочи малооблачно. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24. Днем 28, 30 градусов выше нуля».
В Адлере выбрали нового атамана. Руководителем районного казачьего общества стал Андрей Лаврененко, прежде занимавший должность начальника штаба. В планах у него создание военно-патриотического клуба, в котором молодежь будет заниматься спортом, общаться и получать знания об особенностях казачьего быта и культуры. Прежний атаман района Владислав Лаврененко, возглавлявший общество с 2004 года, решил оставить пост. Сейчас в Адлерском казачьем обществе несут службу около 200 человек. Они охраняют 3 муниципальных пляжа, школу и 9 детсадов. Сочинские школы заканчивают подготовку к 1 сентября. Во всех школах курорта уже практически завершен косметический ремонт. Осталось навести чистоту и лоск. Как сегодня заведения готовы к новому учебному году, расскажет Ольга Десятова. Капитальный ремонт в 5-й гимназии в Хосте делали больше 10 лет назад. Но школа неплохо сохранилась, а после косметического ремонта и вовсе засияла свежими красками. Фасад обновили, холлы и коридоры тоже. В кабинетах чистота и порядок. В некоторых новая мебель. Актовый и спортивный зал бригады маляров тоже не обошли стороной. Косметический ремонт коснулся практически всех помещений гимназии. За летний период мы отремонтировали этажи нашей гимназии с 1 по 4 этаж, привели в порядок все учебные кабинеты, 14 из которых сделали фактически капитальный ремонт. Когда все уже отремонтировано и покрашено, следующий этап – уборка. Наводить порядок помогают педагоги, родители и сами школьники, вооружившись швабрами и тряпками, граблями и лопатами. Сегодня, например, дети работали в школьном палисаднике, где летом высадили новые растения. Нет, не трудно, даже приятно. 1 сентября придут новые ученики, там первоклассники, и очень красиво здесь выглядит. В третьем лицее, что по соседству, ремонтные работы на финишной прямой. Здесь также все обновлено и покрашено. В спортивном зале заканчивают наносить разметку. В кабинетах протирают пыль и моют окна. В учительской приводят в порядок документы. В библиотеке принимают и комплектуют учебную литературу. Словом, работа кипит, и уже почти все готово к приему школьников. В течение лета мы во многих кабинетах заменили освещение. Полностью во всех кабинетах мы освежили стены. И стены были покрашены во всех коридорах и холлах. Вообще подготовка сочинских школ к 1 сентября – это работа большой команды. Персонала учебных заведений, родителей, школьников, администрации Сочи и шефов-меценатов, которые подключились к ремонту по просьбе главы города Анатолия Пахомова. Мы очень надеялись на помощь шефов, и помощь шефов пришла. Тоже очень хорошая сумма, порядка 30 миллионов. На эти деньги меняются кровли, делается водоотведение, ремонтируются санузлы. Все те вопросы, которые, к сожалению, невозможно решить оптимально быстро за муниципальные и краевые бюджеты. В этом году для 64 тысяч детей свои двери откроют 70 школ курорта. Кстати, несмотря на то, что 1 сентября выпадает на субботу, День знаний решили не переносить. Праздничные линейки пройдут именно в этот день. Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сегодня свой неофициальный профессиональный праздник отмечают археологи России. По традиции 15 августа проходят тематические выставки, семинары, мастер-классы. Сами виновники праздника в этот день делятся информацией об интересных находках. О добытых артефактах из сочинского прошлого нам сегодня рассказал известный археолог курорта, старший научный сотрудник Сочинского научно-исследовательского центра Российской академии наук Андрей Кизилов. Из свежих находок у нас интересный момент, который считался долгое время утраченным. Благодаря усилиям, как говорится, и внимательности сочинских краеведов, историков, на территории парка «Южная культура» при случайных обстоятельствах, просто всыпавшихся со склона фрагментах на дорожку прохожую, обнаружено определенное количество кирпичей древних 6 века нашей эры, древней керамики. Таким образом, мы установили место, где располагалась древняя базилика 6 века, одна из самых древних христианских сооружений храмовых на территории города Сочи. Да, мне могут непосвященные сказать, что она же была снесена в 70-е годы бульдозером при строительстве водопровода. Но под храмами часто располагались цисты, подземные кельи, где и располагались самое ценное, что могло быть. Яркий пример – храм в Веселом. Да, он был практически весь разрушен, но в подземельях остались и захоронения, и интереснейший материал и прочее, что показали буквально раскопки перед самой Олимпиадой. У нас есть в очень хорошем состоянии Ахштырский храм. Там даже своды сохранились. Это, условно говоря, 12 век, это византийское время.
центре города. Здесь вот у нас поставлен официальную охрану государства, остаток древней стены, древней крепости, которая была в городе Сочи. Факты уже смещены и подтверждены, и признаны ученым сообществом. Сочи, имея такое мощнейшее историко-археологическое наследие, приведя это все в соответствующий вид, могло бы получить в своем бюджете мощнейший дополнительный рычаг, который, естественно, будет в пользу благосостоянию города и страны в целом. Специалисты предлагают использовать найденные артефакты на пользу курорта и организовывать экскурсии к местам древних находок. Мечта же сочинских археологов – доказать гипотезу об античной датировке древней крепости в центре Сочи. По предположительным анализам и предположению довольно-таки объективному, здесь находился древний город еще 2000 лет назад. И чем город Сочи хуже Анапы или Сухума? Берем книжку, написанную Анапе 2000 лет. Или, например, Сухум-Диаскурия 2500 лет. А Сочи-то чем, говорится, не угодил? Я думаю, в перспективе в наших руках восстановить историческую справедливость относительно нашего родного города. До конца ввести в общий доступный оборот факт древности города, а исходя из этого мы можем развивать более серьезный международный туризм. Потому что, поверьте, итальянцы, приезжающие в Сочи, но они как-то, в общем-то, от того, что вот этой поликлинике 100 лет, ну, этот дом Политиди, это особо их как бы не задевает. А вот факт наличия здесь древнего римского поселения, естественно, сразу вызывает совершенно другое отношение, другой интерес. На данный момент в археологии занимаются исследованиями не только те, кто в траншеи занимается, извините, копает, ищет. Это же все надо дальше довести. Произвести реставрации, реконструкции всего этого. Подтвердить это все научно. Задействована палеоботаника. Задействованы петрографические способы. Радиоуглеродный анализ. Это целая большая система, работающая от момента находки до момента внедрения. Поэтому на данный момент работы в Сочи, конечно же, очень много. Сегодня же в честь Дня археолога мы решили узнать, какие достопримечательности Сочи больше интересуют курортников – современные или исторические. Мы были и на море, и в Роза Хутор, и поднимались на вершины. В общем, мы видели и море, и горы, все как положено. Были в Ривьере, в морском порту вот только что. И сейчас, ну, у нас есть целый день для того, чтобы посетить еще какие-то места. Нам интересен не только современный Сочи, но и его историческая культура. Мы планируем посетить дольмены. И, ну, не знаю, по путеводителю, наверное, найдем что-то еще интересное. Много чего хотели бы увидеть, и объекты все хотели бы увидеть нового строительства, которые были на Красную Поляну. И все бы хотелось. Но основное, конечно, хочется море. Сейчас хотели как раз сыну показать морпорт, потому что наверняка заинтересуется большими корабликами. Ходили на дольмены. Конечно, интересен старый Сочи, потому что это наша история. Красивые места, нетронутая природа. То есть это очень и детям интересно. И мы вчера были в Олимпийском парке, мы там катались, получили очень много удовольствия. А купались в прекрасном море, конечно же. Гуляли по набережной. Когда-то мы были в Самшитовой роще, там ходили по большому кругу. Потом купались в горной реке среди рыб. Фотографировали там же эти склоны шикарные. Очень красиво. Мацеста нам нравится. Кстати, жители и гостей Сочи научат играть на африканских барабанах. Мастер-класс по игре на джембе и глукофоне состоится в эту субботу в 18:30 на площади у органного зала. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Курортные субботы». Также для всех посетителей праздника выступит арт-коллектив интерактивного музыкального театра «Барабанный дом» в Сочи. В Сочи состоится Кубок мира по хоккею среди молодежных клубных команд. С 18 по 26 августа турнир объединит известные молодежные хоккейные клубы из различных стран. Возраст игроков 17-20 лет.
Кубок мира пройдет на базе образовательного центра «Сириус». За 7-летнюю историю турнира в нем принимали участие команды из 14 стран Европы и Северной Америки. В этом году в соревнованиях примут участие 8 клубов из Австрии, Канады, Китая, России, Чехии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. Российскую Федерацию представит чемпион молодежной хоккейной лиги, обладатель Кубка Харламова Ярославский Лока. Северную Америку, 2 года не принимавшую участие в турнире, представит команда «Оттава Кэпиталс». Сборная игроков из молодежных лиг Канады. Дебютантом турнира станет шведская команда. За 7 лет проведения Кубка мира его 5 раз выигрывала российская команда. По разу победу одержали канадцы и шведы. Команды, разделенные на 2 подгруппы, сыграют друг с другом по круговой системе. В группе «Б» сыграет австрийский «Red Bull», вернувшийся на Кубок мира после 4-летнего перерыва. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17.